Интересно, а он курит в постели? Алло, это Делсин Роу? Да, а ты кто? Я твой большой поклонник. Это же твое граффити на Space Needle «Взгляните в лицо страхом». Я понимаю, чего ты добиваешься, свободу угнетенным, и я хочу помочь. Ладно, хочешь помочь, подскажи, где мне искать беглого проводника, который прячется в районе фонарей. А зачем тебе он? Или она? Хочу пожать ему или ей руку. Ясно. Но я слышал, Дес собирается перевести всех потенциальных проводников, которых удалось задержать, в специальный лагерь в центре города. И колонна поедет как раз через район фонарей по эстакаде номер 90. Ты не знаешь, у кого-нибудь из этих людей на самом деле есть способности? А, да, да, конечно, я уверен, да. О, спасибо. Кстати, как ты сказал, тебя зовут? Юджин. Тупое имя, я знаю. Имя Делсин мама вообще в вестерне услышала. Так звали ковбоя. Юджин, по-моему, самое очевидное решение — немного опустить дорогу. Типа выдернуть у них ковер из-под ног. Ты же можешь ее просто взорвать? Нет, так можно случайно убить проводника, которого ищу. Я просто перебью опоры, и она просядет под грузовиками. Бам! И дальше не проехать. Класс! Вот поэтому я от тебя и фанатею. Ха, вот бы самому это увидеть. Так приходи и посмотри. Только знаешь, встань где-нибудь подальше. Когда мы, проводники, работаем, вам, смертным, лучше не путаться под ногами. Ага, ага. Тогда я лучше, наверное, все-таки дома посижу. Но если еще что-то узнаю, обязательно сообщу. Юджин, когда там поедет эта колонна? Сегодня вечером. Я, честно говоря, точно не знаю. Ты еще у эстакады? Ага, тут. Развлекаюсь беседами с местным населением. Наверху вообще машин нет. Ну да, это все потому, что Дес перекрыл въезд на шоссе для гражданских. Ну, так что, ты уже закончил с опорами? Все готово. Сейчас заберусь наверх и порепетирую, как буду играть с ними в труса. Черт. Стоп, вас. Конечно. Лохи. Слышь, Юджин, отзовись. Что именно мне искать? Сам не знаю. Они перевозят большую группу. Поищи автобусы какие-нибудь. Ух ты! А это что такое? Ух ты, это что? Вертолеты. И много. По-моему, они меня в тумане не видят. Ладно, просто отдайте мне арестантов и разойдемся. Сбил? Не знаю как, но я его сбил.
Юджин, автобусы укатили. Ты случаем не знаешь, где они? Не. Радиоканал забит их болтовнёй. Не пойму, куда они едут. Стоп-стоп. Ты слушаешь их переговоры? Как тебе это удалось? Да я тут сделал одну прогу для телефона. Я сейчас тебе скину. Так, получил. И что она делает? Ну, отслеживает сигнал. Можно прослушать даже все переговоры, Дэс. Но главная фишка в том, что можно определить, из какой точки исходит сигнал. Ух ты! Надо эту штучку опробовать. Мы попали в засаду на дороге. Это точно был Роу. Мы прорвались, груз не пострадал, но связи с остальными нет. Эй, Юджин, я поймал сигнал. Говорил же? Сколько погибших, не знаю. Еще мы потеряли БТР и пару вертушек, но я не уверен, что их сбил Роу. Может, это был другой биотеррорист, или даже несколько. Из-за этого тумана ни хрена не видно. Короче, ни вертушки, ни Роу. Я вам говорю, что бы это ни было, оно там еще летает. Я про такое вообще первый раз слышу. Высылайте бойцов с тяжелым вооружением. Срочно! Он пустой. Кто-то меня опередил. Что-то новенькое. Извини, у меня другие планы. Слышь, Юдж, я нашел один автобус, но он пустой. Их было три, значит, надо еще два отыскать. Эй, фанат, ты меня слышишь? Хм, вот так взял и забил на меня. Тоже мне фанат. Помогите! Их слишком много! Они тут повсюду! Повсюду! Туман! Я ничего не вижу! Вы слышите? Слышите? Это они! Высылайте подмогу! Нас прижали! Нас почти не осталось! Господи, что это за твари? Так,
Все пошло совсем не по плану. Надо догнать последний автобус, пока его тоже не вскрыли. Это не может надоесть. Нас атакуют сверху, они у нас над головой! Это еще что за чертовщина? Куда этот придурок отделся? У меня нет цели! Ангелы? Серьезно? Либо кто-то из арестантов умеет делать ангелов, либо мне придется драться с Господом Богом, и шансов у меня мало. Эй, Делсин! На рынке Хингхэй нашли один из тех жилетов, которые носят арестанты. Может, этот парень еще там? Там легко спрятаться. Спасибо за подсказку. Только почему ты не отвечал? Хе, не знаю насчет проводников, но обычные люди иногда ходят в туалет. Откуда ты вообще знаешь, где что происходит? Тут даже у стен есть глаза и уши. У меня влиятельные друзья, птицы высокого полета. Хорошие, наверное, друзья. Да, лучше не придумаешь.
Человек из сказки и баллончик краски. Mm-hmm.